решила, что, пожалуй, надо изменить эту традицию. Но сейчас я прочту первое, коротенькое, ироничное, а остальное все будет посерьезнее. Что со мной? Сама не понимаю. Дышу взахлеб легко, и не от того, что влюблена я, а от того, что ты далеко, и я свободная, дышу глубоко и ровно, счастливая, бодрая, позволяю, веду себя нескромно. От того свободная, что до тебя не дотянулся. Господи, мама родная, хоть бы ты не вернулся.